Спасибо за аплодисменты. Добрый вечер. Я очень рад, что мы вновь встречаемся здесь, на программе «Гитарные формы». Это не мое изобретение, это просто мне понравилось название диска, LP, большое, 1964 года, где записана музыка в исполнении гитариста Кенни Барелла, которого я очень люблю. И несколько лет назад я вспомнил об этом названии и его взял. Ну, ничего, я думаю, что авторские не нужно платить за это. И теперь эта программа называется «Гитарные формы», «Guitar Forms». Это встреча с моими любимыми друзьями, гитаристами, и сегодня также, и с теми, которые уже были в программах, в прошлых, что-то есть на YouTube, что-то кто-то заснял, как-то звонят иногда, говорит, а ты не хочешь посмотреть? Я говорю, с удовольствием. В общем, все дышит, все действует, и это прекрасно, и вот они рядом со мной все улыбаются, потому что они знают, что сейчас мы будем свинговать. Ну, а иначе нельзя в джазе без этого. Вартан Бабаян на барабанах. Вартан Бабаян. Да? Роман Салмазов на контрабасе. Александр Горох на гитаре от меня справа. Слева от меня Максим Шибин. Ну, а я, как говорится, посередине. Middle. Много, наверное, вы знаете о гитаре и много слышали наверняка. Есть такие встречи, когда они делаются вот прямо здесь. Это называется как по-английски stage, да? Сцена. Stage. Вот прямо здесь кладутся бумаги, раскладываются. Сколько таких примеров, я сам участвовал в таких же. Вот. И начинается музыка. Я хочу, чтобы мы просто сегодня поджазировали вместе с вами. Хотя я вас не очень хорошо вижу отсюда. Вот. Но тем не менее, думаю, что вы именно этого хотите, хотите хорошего ритма, гармонии и мелодии. Спасибо.
Thank you.
Ну как стало ясно, это было басанова «Once I Loved», так называлась она, Антонио Карлос Джобим, которая записана у нас в дуэте, если вы помните и знаете такого гитариста Николая Громина. Пластинка наша называлась «Джанго». Это было в 1978 году.
спасибо, значит, знаете. Ну, а теперь Александр Горох рядом, готов его трио. Thank you.
Александр Горох. Спасибо. Поскольку это программа гитарной формы, поэтому здесь есть и полный ансамбль гитаристов, как говорится, и дуэты, трио, всевозможные формы. Сейчас будет дуэт гитар, мы будем теперь играть с Максимом. Максим Шибин. Thank you.
Форма, только я посредине останусь, посижу, послушаю, как играет Саша Горох и Максим Шибин. Дуэт гитара. 500 миль над уровнем моря, по-моему, так он называется композиция, Чика Кальгей. Thank you.
прекрасно. Две гитары. Композиция «500 миль в Чебоксарах». Ну и в заключение нашего первого отделения мы сыграем, конечно, все. Thank you.
Вардан Бабаян на барабанах, Роман Жолнасов на контрабасе, Максим Шивин гитара, Александр Горов гитара, меня зовут Алексей Кузнецов. Спасибо, небольшое интервью. Начинаем второе отделение нашей программы гитарной формы, в которой участвует Максим Шибин на гитаре, Александр Горох на гитаре, Вардан Бабаян на барабанах и Роман Салмасов на контрабасе. Я посредине, как всегда, стараюсь. Мы вновь также играем формы, соло, дуэты, трио, квартет, квинтет. Сочетание. Начнем с баллад. Три гитары в балладе. Thank you.
Thank you.
старый блюз 1967 года мой. Называется он «Заводные игрушки». Thank you.
Это в таком немножко современном стиле. Для меня, во всяком случае. И заканчиваем мы нашу программу «Гитарные формы» и «Лингтониады», если так можно выразиться. Да? Три известнейшие темы, вы их узнаете, я их даже называть не буду. Duke Ellington.
Thank you.
Программа «Гитарные формы». Максим Шилин, гитара. Александр Горох, гитара. Роман Салматов, контрабас. Вардан Бабаян, барабаны. Меня зовут Алексей Кузнецов. Гитарные формы сегодня. Спасибо, до новой встречи.